На имущество Ивановского завода тяжелого станкостроения наложен арест. Взыскателем долга выступает один из коммерческих банков, у которого имущество и находилось в залоге. Исполнительное производство было возбуждено на основании решения Замоскворецкого суда в январе этого года. Сейчас описано и арестовано имущество на сумму в размере 234 миллионов рублей. Литейный цех, древообрабатывающий цех и еще одно нежилое здание – это склад. Данное имущество было арестовано, общая сумма задолженности – 234 миллиона рублей. Поскольку это имущество относится к категории четвертой очереди, на которую обращается взыскание, судебный пристав-исполнитель должен уведомить налоговый орган для решения вопроса о банкротстве должника.